пока съела только полезную кашу. Но зато с собой в поезд взяла печёночный торт, оливье и селёдку под шубой. Как-то так. Омск, привет. Привет. Всем привет. Питер будет два раза, потому что еще и в Питер я вернусь.
подставилась. Видите, как классно оно светит. Пятигорск, привет. Сын дома, сын не может со мной таскаться по гастролям. На море, боюсь, мы сейчас не поедем. Возможно, поедем в феврале на море. Сейчас пока нет возможности. Барнаул, привет. Всем желаю выглядеть хорошо, во что бы то ни стало. Даже после бессонных, обжорных и выпивающихся ночей. У Сёмы, да, у меня снеговичок в шарфике. У Сёмы зайчик. Спасибо огромное Полине Голубь, дизайнеру нашему, за этот чудесный костюм, который она вчера передала Сёмочке, в котором он встречал Новый год. Наргиза, с Новым годом! Наргиза, с Новым годом тебя, любви! Сёма лёг где-то в начале второго. Светлана с Васильевского. Я помню, что вы мне должны принести помидоры. Обещали, по крайней мере, очень жду. Надеюсь, что у вас есть телефон Александра, иначе вы сможете не попасть за кулисы. Если этого телефона у вас нет, пожалуйста, напишите мне почту blodensobachka@gmail.com, и я вам пришлю его телефон. Заехали в туннель, музыка исчезла. Летом обязательно поеду снова, может быть, и весной.